Добрый день! И снова край ковра. Сегодня мы рассмотрим борьбу на краю ковра при полном контроле. Полный контроль – это когда ноги соперник полностью оторваны от ковра. Первое. Если атакующий борец поднимает своего соперника, при этом заступает двумя ногами за ковер, встреча останавливается, борцы приглашаются на середину. Атакующий борец не наказывается. Второе. Если атакующий борец поднимает своего соперника, при этом заступает одной ногой за ковер, но в дальнейшем провести прием не может, встреча останавливается, борцы приглашаются на середину. Атакующий борец также не наказывается. Третье. Если атакующий борец поднимает своего соперника, при этом заступает одной ногой за ковер, и продолжает успешное проведение приема, ему присуждается 2, 4 или 5 баллов. Спасибо за внимание. До скорых встреч!